Всем добрый вечер. Как принято говорить на этой сцене, но где же ваши руки олимпийские, да? Всем хорошего настроения, хорошего вечера. Мы начинаем. Thank you.
Алексей Дубцов, барабаны. Денис Фомин сегодня на басу. Как он обычно не басит, да? Вообще, сегодня он на басу. Андрей Кан, почти мой тезка фамилии. Гитара, Андрей Кан. И на клавишных инструментах сегодня Алексей Калябичев. Машет нам. Им тоже большой привет. Ну, немножко позитива, да, сыграем за главную композицию из моего дебютного альбома, который выпущен был в прошлом году. Уже год прошел с презентации. На этой же сцене мы играли презентацию альбома. Всем, кто захочет, кому понравится сегодняшняя программа, вы можете получить диск абсолютно бесплатно, в подарок. Вот там столик, и там диски. Вот. Кому интересно, можете подойти и взять просто. А мы продолжаем, играем за главную композицию. It's time to speak.
Thank you.
следующая композиция. Написана Алексеем Каляпичевым. Можем поаплодировать ему. Это такое дебютное, можно сказать. Сегодня премьера. Первый раз мы играем. Композиция Алексея. Он написал под впечатлением. В общем, слова путаются. У него родилась дочка. Вот, и видно, под этими эмоциями он сочинил такую композицию, которую назвал «Два света». Два света. Давайте поаплодируем. Thank you.
Алексей Халяпичев. У вас Света. Thank you.
Спасибо, ребята. Алексей Каляпичук, Андрей Кан, Денис Фомин, Алексей Дубцов. Артемчик, я вижу, ты пришел меня поздравить. У меня чуть-чуть заводится микрофон. Это бас. Можно тебя позвать на сцену, дорогой? С Артемом мы дружим уже около 10 лет, может быть, дальше даже и больше. Он является... Артем, замечательный трубач. Я очень рад, что ты пришел поддержать меня и поздравить. Мы сыграем с ним композицию 914. Это комната, в которой мы вместе учились, когда мы жили в общежитии, в этой комнате. И, можно сказать, у нас был творческий союз, да, Артем? Группа Live Bomb Band, если вы слышали о такой, приходите на концерты, заходите на сайт. Вот Артем, это непосредственно Live Bomb Band. Поэтому я очень рад, и мы сыграем сейчас с ним композицию 914. Посмелее, посмелее. Плохо слышно. Поритмичнее. Thank you.
Артема Ивазина, поблагодарим, пожалуйста. Группа Live on Band. Бенд-лидер и просто замечательный человек, отличный трубач. Я думаю, мы еще его услышим. Да-да-да. Спасибо, спасибо. Кстати говоря, вот там столик сидит, это очень близкие мне люди. Там пришли поддержать мои друзья, вернее, поддержать и поздравить меня. Мои родители, огромный вам привет. Я вас очень сильно люблю. И моя любимая девушка пришла сегодня тоже меня поздравить. Она, да, всегда ходит на мой концерт и не пропускает. Вот, я тебя тоже очень сильно люблю. Я тебя тоже очень сильно люблю. Сейчас мы сыграем для вас немного рока. Вы не против? Да, ну, там это будет такая композиция про сны. Подожди, вас... девушка, с тобой была несерьезно. Да. Если можно. Давай, смысл поднимается. Поднимает бокал, я тоже с ними поднимаю бокал. Воды. А девушка будет с вами петь? Хотя бы рядом. Девушка рядом. Мы ее позовем, конечно. Чуть-чуть попозже. Ну, давайте попридержим коней, не все сразу. Не все секреты. Хорошо, значит, композиция про сны, про стадии сна, засыпание, сон непосредственно и побудка. Такая будет интересная у вас. Ну что, попробуем.
Мы уже поспали. Да, три после сон, когда у нас было немножко. Мы продолжаем. Здесь и сейчас. Композиция про настоящий момент. Про то, что мы здесь находимся. И наслаждаемся концертом. Всем привет, большое, всех обнимаю. Ну как настроение вообще? Супер. Я напоминаю, кто вновь пришел, да, к тому я уже в начале концерта говорил, что вы можете получить диски абсолютно бесплатно, безвозмездно, как это сова говорит из Винни-Пуха. Вот за тем столиком после концерта можете подойти и взять, сколько вам будет.
Here and Now, здесь и сейчас. Я надеюсь, вам понравилась композиция, потому что, как мне кажется, она будет иметь успех в следующем альбоме. Давайте позовем еще раз моих друзей. Я вижу, Сергей Алямкин здесь, да? Сереж? Сережа, давай сыграем фанковую вещь вот эту. Которая, да, легко? Ты взял что-нибудь? Гитару взял свою? Да? Не взял? Взял? Молодец. Артемчик, давай, Франкенштейн. Немножко фанка под конец. Под начало. Что-что? Под начало? Но я вижу, что у вас только там все начинается. Все уже заказано. Вон, заказывайте еще побольше. Все вкусно. Кухня у них очень вкусная. Вам, кстати, советую всем. Друзья. Итак, Франкенштейн. Да, Франкенштейн. Композиция была написана под один проект электронный. Назывался он Vice Bane. Это проект где-то лет 5 назад, наверное, мы занимались с гитаристом, с Иваном Короком. Я написал в электронную аранжировку, а сейчас мы переложили ее для вас в фанки, да, поскольку фанки, Франкенштейн созвучно, да?
Сергей Оленкин, Артем Айвазян, Алексей Каляпичев, Андрей Кан, Денис Фомин, Алексей Дубцов, я Никита Канова. Спасибо вам большое за прекрасный вечер. Вы нас очень сильно поддерживали сегодня.
Прежде всего, спасибо вам за ваше терпение, за вашу поддержку, за ваше тепло. Еще раз спасибо. Алексей Калябичев, Сергей Аянкин, Андрей Кан, Денис Фомин, Артем Айвазян, Алексей Дубцов и Яники Туркана. Спасибо за этот вечер. Всего вам хорошего. Олимпийский! Уже какой-то джем пошел, если вы не против, что-то хотят сыграть, ребята.